приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Dark Souls или Dark Seeders, как, не знаю, правильно читается. Ну, давайте вот загрузить. 2.19.22. Да. Я купил себе косу смерти какую-то там. Ну, по крайней мере, обещалось быть хорошей косой. Так. Чтобы выполнить бросок, давайте немножечко почистим. На, подожди. На, подожди, сейчас я еще столб возьму фонарный. Где ты? На. Блин. Так. Бум. Сбил. Оп. На. Проткнул. Сейчас съели. Подожди. Блин, мне так понравилось столбом швыряться. Ну-ка, давай-ка еще разок. Блин, мимо. Так. Самое прикольное, эти можно вот так просто пройтись и сбить. Да где ты? Ой, что-то уничтожить, могу уничтожить, может. На! Так, не понял. Вроде. Так, он по тем огонькам, я как понял, мне надо какую-то приблуду, чтобы по ним кататься. Ладно. Но у меня сейчас пока ничего такого нет. Пойдем собирать дальше. Я хотел прыжки разбить это. Я не могу здесь залезть за решеткой. Ну ладно. Сюда! Ой, не надо мне только указывать куда. Я уверен, здесь что-то есть. Блин. Кстати, посмотрите, ангелы вот. Кто знает, может, сериал «Доктор Кто», там вот есть ангелы такие прикольные, каменные. Ну, клинок тонкой работы, в точности такой же, как и у статуи по всему собору. Что мне это дало? Пока не вижу ничего. Ну-ка. Блин. Нет, нет. Так, а как мне ее снять-то? Да стой, назад. Как мне тебя снять? Привязать. Так. Сейчас посмотрим, привязалась это, нет, штука. Да. Все, назад. Здесь тоже. А, здесь у меня легенды всякие. Нет. Не то. Так. Не могу. Блин, сюда. Ну
Почему-то, мне кажется, вот это... Рок мне пока не нужен. Отдай мне клинок. Так, вот это нету клинка. А, надо было оттуда сюда принести, да? Понятненько. А я наоборот отжать хотел. Так. Ладно. Кто с кем сражается? Грифон. Это мой грифон. Сейчас, мне кажется, ему порву грифон. Туда кинул-то. На. Так, подождите, вроде. На. Так, бежим, 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 бежим. Вот это какая-то нависшая штука. Это что такое? А смотрите, это что-то держит. Это, знаете, на что похоже? Как же он это? Халвета есть. Ага, надо где-то взять. Подожди. Ну-ка. Да. Так, с вами я разобрался. Халвета есть такие штуки, которые с потолка, что были. А, вон, кстати, вон они торчат. Надо чем-то только кинуть. У меня ничего нету. Так. Так, давай. На. Сбил. Подожди. Да. Мимо. То есть нет, попасть-то я бы попал. Ну давайте так будете. Эй! На! За ногу схватил глаза. Так. Здесь у нас ничего нет. А так хотелось бы, чтобы что-нибудь было. Значит, вот эти штуки, это просто штуки какие-то, не садпоха. Мне надо что-то вон с той хренью сделать. Пещера, нора. Так, надо дать ей меч. Меч, меч, меч. А, вон там еще и наверх можно залезть. Вон, дверь. Я думаю, где дверь показана на карте? Ты меч не отдашь. Так, ладно. Yeah.
сколько? Звук. Звук немного, так. Все, принять параметры. Все. Открыт. Ну только я, знаете, что думаю? Вот если я сюда пришел. Блин. Надо что-то тут такое было взять, наверное. Или же взять можно и здесь. Если я, конечно, не все поломал. Это бомба там. Ага. Значит, у меня что-то должно быть еще. Что-то должно быть. Но что я пока не знаю. Какой-то кидающийся предмет. Вот. Смотрите. Нет? Или мне показалось? Или здесь можно что-то проломить. Так. Оградки все сломал? Так, нет. Эта штука надо ключ, да? Вот этот ключом только открывается. Ладно. Я прям слышу, как она открылась там. На. И что у нас здесь? Так, растительная бомба. Вы можете взять и метнуть эту бомбу во врага или какой-либо объект, после чего она взорвется. Ударьте по ней, чтобы вызвать немедленный взрыв. Подожди. Только я смогу с этой бомбой выйти. Так. Не люблю церкви. Давай отбросим священный трепет и поскорее выпотрошим Тиамат. Понятненько. А
как мне тут? Могу ли я? Ладно, а не смог. Смотрите-ка. Опа. Давай, залез. На. А что-то я взял, смотрите-ка. Полностью восстанавливаю здоровье. А я-то думал, что-то доброе. Так. Ну хорошо, это я обратным путем иду. Предположим. Ты мне что-то дашь, нет? Опа. Уронил, проломил пол. Что-то там по-любому есть. Вау, еще что-то, какой-то сундук. Что это такое? Открывай детальную карту, местоположение, нажмите его, чтобы увидеть... Ага. Ну давай. Оказывается, это собирать надо детальные карты, да? Ну вот я. Тут какая-то хрень. Тут дыра. Тут ключ нужен. Вот туда пройти как-то надо. Так, минутку, минутку. Вот. Души вижу. Надо как-то бомбу взять. На. Так. Надо как-то бомбу взять и метнуть вот в эту тварь. Вот в этого монстра. Он слюни аж капает. Либо прыгать и цепляться. Я точно не знаю пока. У меня пока другие планы. Так, здесь у меня точно ничего нет? Нету. Ладно. Бежим. Как так-то я упал? Ну-ка, еще разок. Еще разок. Ну-ка, почему у меня звук такой большой? Параметры. Применить вроде нормально. Но мне прям по ушам. Так, ладно, сюда. Блин, сейчас опять назад. Давай. Оп. Так. Такое чувство, что мне что-то должны дать. В этом я чему-то уверен. Чтобы эти бомбы взрывать на высоте. Что-то метательное. Какие-нибудь ножи. Хотя какие ножи у меня могут быть? И не бьет. Ладно. Идем по сценарию. Сюда. Сюда. Так, идем. Нет. Ну попробовать стоило. Так, какие-то кристаллы. Взять я их не могу. Зацепиться тоже не могу. Опа. Мне с косы-то больше должно выпустить. Убийство. Так, детальная карта, значит. О! Эта штука
много стоит. Так, этим древним знаком, так, ну мы знаем это. Да. Еще один. Все. Так, это мы обменяем. Лети. Такс. Бежим. Куда вы бежите? Что нас здесь ожидает? Опа! Да. Так. Широким, да, кругом. Всех порешил этой косой. На, 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 на. Блин, тебе же так-то, по идее, башку не должен был слышать, вот такой этап. Собирать прям душу, и тем вот там является. Опа! Что-то получил. А, вот украшенный ключ, ну конечно. Это надо наверх идти. На! Так, здесь у нас что-нибудь есть. Так, это никак не открывается дверь. Там наверху тоже никак. Блин, блинский. Или как-то можно. Вот смотри, кристаллы какие-то защищены. Если их сломать, может, где-то упадет. Ладно. А здесь такой нету штуки. А здесь такая... Есть штука, ладно. Идем обратно. Прогулялись. Ну-ка, ну-ка, подождите-ка. Ага. Только... А, нет, это не тот. Я думал, блин, по карте я отсюда вот вышел тут. Комната больше никуда не ведет. Ну, я думаю, куда-нибудь идет. Лети, лети. Блин. Так. Ну. Оп. Оп. Ба-ба-ба. Умри. Откосы, умри. Так. Это, мне кажется, у него урон слабоватый. Вот и косы. Коси, коса, пока роса. Давай, прыг. Оп. Кто-то еще нападет? А, нет. Я думал, что-нибудь мощное будет. А тут таких косяков поставили отмостки. И вверх, вниз.
Все. Тебя побили. На, в глаз. Ключом. Спецключ для тебя. Куда я бегу? Куда я спешу? Вон, вон, в реке лавы. Реки, 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 реки. И у меня на собой гранда поля. Вот такую я тоже знаю песенку. О, вот этот камень мы возложим. А это что там, мини-босс? Не стоило приходить. Да. Так. На. Бум, бум, бум. Ты слаб. Тихо. На. 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 Да, подожди, вот тебе. Да, сейчас. Да, блин. Бам-бам. На. Умри. Да, последнее, да, тебе разбил? Ну, ручки, ну, а, так я вообще пополам, просто хреначил. Ты мне еще будешь кого-то там рассказывать, сказки. Здесь у нас ничего нету. Берем вино. Спасибо. Ага, вот так вот. Надо будет попробовать и над остальными также. Вертолеты, вертолеты. Так, все, здесь мы. Все. На. Так, ты разбиваешься или нет? Сюда! Подожди ты сюда. Не заставляй меня ждать в задник. Подождешь, ничего страшного. Сюда! Сюда! Нет, не получается. Сюда! Да иду я. Даже знаю, куда идти надо. Что ты меня вас сопровождаешь-то? На. На. Все нормально. Возложим меч. Хватай. Ты опять моего кондора там перебудешь. Так, это то-то надо. Ага. Ни хрена себе. Вот тебе и здрасте, мордасти. Кто ж знал? На. Ой!
подожди. Да, блин, я-то тут прихлюнул. Так. Давайте-ка посмотрим сначала, что здесь имеется. А, надо еще один меч ей в руки дать. Закрыто. Придется драться. Так, а вот здесь за поворотом что-то было. Вау! Так, сюда надо как-то добрать, да, этого, добыть этот красный. Вон там. Бомбу, короче. Успел? Нифига. Так. Блин. Вот вроде бы попал. Попал? Попал. И что, это жизнь? Ну так мне пока еще не надо. Сейчас они мне пригодятся здесь. Так, а я могу через это окно? В случае чего смотаться. На. Взял меч. Прислужники повылазили. Тихо, ты. Тихо. Подождите. На. Подожди. Так. На. Спокойно. А ты что, на тебя не действует, что ли? И падла меня догонять. Тихо. Вы не знали, да, но у меня вот такая фишка вот есть. Блин, это осколок камня. На. Так. Расклиначил. Вот так вот. Блин, я-то думал, там это жизням. Сейчас мы, подожди, еще раз тебя. На. Да. Ничего страшного. Это, кстати, моя месть тебе. Ты вообще уничтожаемый? Я так думаю, нет. Прячешься и потом снова появляешься. Да. Ну, я так и думал. Неуничтожаемый. Так. Значит, сейчас тебе я должен вложить в руки сей меч. Хорошо. Так, так, так. Дверь-то не открылась, нет? Нет. А какая? А, вот это открылось.
Так. Угу. Поток. Поток вижу световой. Вот только как мне тут преодолеть? А, сначала туда. На. Ой-ой-ой, нет, нет, нет. Подожди, где световой поток? Почему ты не прыгнул? Вот. Это надо обменивать. У меня такое чувство, что мне вон туда надо перебраться как-то. И как это могло случиться? Блин, жалко, что как-то... Я так думаю, что чем-то цепляться надо, наверное. А, или вон там перейти. Все, ладно, идем, не будем придумывать пока ничего. Так, тут по крыше надо, по-любому. Нет. Мокро. Не идет, хорошо. А, так я поверху иду этой штуки всей. Так, а где тут опуститься? Ага. Вот за счет опустить, значит. Роняем. Постумент этот, как он правильно называется? Так. Что там мне удало? Дыру? А, нет, смотрите-ка, тащить надо будет. Или толкать. Как правильно? Тащить или толкать? Давай, толкать. Чтоб пройти нам. Давай, 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 давай. Приехали. Сначала куда? Сюда? Зайдем сюда. На. Давай. В итоге тебя поджарили еще. Так, вот эта штука тоже надо куда-то двигать, я так понимаю. Бум. Все. Теперь мы видим, что и вниз можно сюда сходить. Ах да. На. Кушай. Так. Упадем. Здесь нам как быть? Где бомбу брать? Если я снизу ее захреначу. Так. Как мне? Ну-ка, давай, 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 давай.
Если я сейчас пойду, он опять меня схватит. Выплево только в одну сторону. Падла. Ну-ка. Даже если я побегу, я не успеваю по времени. Он быстро приходит. Вот, в себя пришел, я бы не успел. Хоть так, хоть так. Поэтому должна быть какая-то, не знаю, уловка тут. Такс. А я вообще где нахожусь-то? Найти так. Так, сумрачный собор. Ладно. Так. Значит, я пока правильно иду. Линейная линия не нарушена, что правильно, как правильно назвать. И высоко они, ой, низко они, кстати, тоже не действуют. Ну давай. Нифига. Так, эти, вы поняли, огоньки не зажигаются, не гаснут, не взять их. Я душу свою пишу, да нет. Какие его падло. Все. Идем, идем. Что мы видим? Кто там? Кто-то там есть. И что у тебя там есть? Понятно. Блин, надо было ангелов рушить там всех нахрен. Я уверен, что если всех разрушишь, что-то будет. После того, как на кладбище разрушил. Так. Что-то есть. Кто-то должен выйти. Ты смотришь за мной? Ты за мной наблюдаешь. Так. На три, да, у тебя? Так. Освободи его. Сюрюкен. Вот это мне дадут, наверное, сюрюкен. Я говорю, что-то летающее метательное должно быть. Правда, до хрена. Как у Наруто, блин. На. Все. Так. Способно поражать сразу несколько целей. Прицелиться на Q, выберите до 5 целей, нажав и удерживайте B, нажмите, чтобы метнуть. Хорошо. Все понятненько. Все ясненько. На. Так. Ты. Опа. Блин. А как с тобой управляться?
Да. А, ты просто далеко не сюда. Все понял. Огненная, не огненная. Такая же крылатая хрень, короче, получается. Да. Ну, вроде все получилось. Да. Замечательно, а тебя просто метет. Да. Ну-ка, давай-ка попробуем. Да. На. Чё вы? Господи, этого нельзя подпускать, а что-то он взрывается. Так, я сам поуйду. Ну-ка, подожди-ка минутку. Дай-ка я параметры. Раскладка B уберу на другую кнопку. Вот так. Господи, как кроваво, просто так отойти. Опа. Ну ладно. Так. Такие штуки, я помню, где-то тоже были. А, в той комнате, в где эти кристаллы-то. Да. Так, появление пиктограммы указывает на то, что располагается ценная информация. Только подожди. Я туда не могу залезть обратно. Я отсюда же прибыл. Блин, ладно. И здесь тоже ничего такого нету, куда я могу прыгнуть, забраться. На. Видимо, нет.
Стой. Так. Действие. Не идет. Смотрим почему. А, вот оно не идет почему. Нет. Блин. Вон еще почему-то. Почему? Не почему-то, а поэтому вот. Где-то. Все, теперь вот ее можно поднять. Я даже слышу, кто-то там. Кто-то где-то кряхтит. Подняли статую. Подняли. Подожди. Я вот боюсь туда перепрыгну или не перепрыгну. Опа, я открылась. А, вот так пройти. Блин, а я тут хотел, думал, отсюда прыгать. Все понятненько. Все ясненько. Все рухнуло. Какая прелесть. Так, крестовый клинок может впитывать мистическую энергию поражаемых цели. Нажмите Q, чтобы прицелиться, затем метните клинок в источник энергии. При помощи поразив несколько целей, можно перенести на них энергию с источника. Значит, вот такая фишка, ага. Да. Всё, было бы. Зафиксировали. Перенести с источника на источник. Только куда, какой источник перенести, я так не понял, конечно. Ладно, пока думаю, что-то здесь не то, но как-то что-то не зря это была штука сказана, сделана. Ладно, пока идем. Ух ты, череп. Не, его взять не могу. С какой стороны лучше спрыгнуть? Надо запомнить, откуда пришел хоть. Напротив. Ага, всем трем надо что-то дать. Ну не леща, конечно же. Гаргули. Славы извергающиеся. Так. Если мы оттуда вышли, давайте. Для начала, как я понимаю, сюда надо.
мини-квест. Ага, как-то это все надо пройти и одолеть. Так, ладно. Только не надо мне тут на время. Этим древним знаками награждались, да, награждались. Так, тут мы не можем пройти. Так. Выходим, выходим. Бомба. Что мне надо швырнуть? Подождите. Не, серьезно, в чем мне надо швырнуть-то? А, вот в что надо швырнуть. Эту спящую бомбу можно взять и бросить во врага или какой-то предмет, чтобы подорвать ее, воспользуйтесь огнем. На. Так. Блин. Так, отпускаем. Воспользуйтесь огнем. Что-то я не могу сделать это. А вот огонь. Все. На. Все? Ну, освободил, по крайней мере. Это я точно могу сказать. Давай. Блин, вот такая вот немножко загадка такая. Опа. Так. Все. Там нам делать нечего было. Поворачиваем. А, вот так вот даже. Хорошо. А, так это еще и временное событие. Блин. А, вон он что за геморрой-то. Смотрите, ребята. На. Это что, это взорвалось? Только что мне это дало, я не знаю. Ладно, давайте посмотрим сначала туда, сходим по порядочку. Такс. Не-не-не-не, мне там мост нужен.
И... Блин, я-то не пострадал хоть. Так, первый мы вроде как зашли. Ага, так это есть. Все нормально, Матрён. Так. Идем далее. Должно действовать. Так. Так. Так получается по-другому тогда. Это надо только огнем. Где я возьму огонь? На. Блин, я сейчас... Ага. Так, подождите. Разорвал. Вот так вот. Блин, ну может как-то по-другому должно было делаться, но я именно так сделал. До чего додумался, то и сделал. А как оно правильно должно быть, бог его знает. Так, немного чая освежающего. И вперед. На. Какой нахрен рок, вы чё? Подожди, как эта штука вообще переключилась? Вот так вот. Да.
Все, бежим, 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 бежим сюда. Так. Ну. Что-то не хватает. Блин. Чего опять не так? Или надо по несколько раз долбить вас? Ну-ка, нет, я должен сделать все правильно вроде как. Да. А, вот, ну все правильно, значит, надо было просто двойной удар такой сделать. Закрыли рот ему. Господи, вот такую в реале-то увидишь, мама, не горюй. Конечно, давай. Отдай мяч. Так. Здесь тоже что-то, души. Да, мы еще обменяем там. Так, первый меч мы достали. Да, ну сколько это? Три? Так, ладно. Первый меч мы тебе дадим. На, держи. Довольно твоя душенька. Так. Он не может туда забраться, потому что подпуду надо только. Хорошо, так. Смотрим. Так, тебе пока меча не досталось, потому что прости. Так, сюда, сюда. Давай, что здесь за испытание? Ага. На. Ну, вроде пока справляемся. Тут можно, да, еще одни такие же послать. Так. Что-то опустили, что-то подняли. На. Подожди. Вот так. Да. Сбил. Так. Бомба. Где взять бомбы? Ну что, мне потом сюда прыгать, я отсюда никуда не спрыгнуть, это я и так вижу. Так. Только не говорить мне, что мы тут приплыли. Блин, я думал, это островок. В чем тут подвох-то? Бомб нету. Надо было заранее где-то накидать, таких вроде и не было у меня пока еще.
Так. Да. Так, понятненько. Что нам ни хрена не понятненько. Куда ты лезешь-то, блин? А, вон, смотрите, по плиткам. Где-то... Почему плитки квадратом выставил? Здесь есть. Здесь есть. И здесь вот должны быть. Их почему-то нет. И опять, блин, за свое. Вот они бомбы, вот они бомбы. Подожди, ты не вижу, куда прыгать. Как мне туда попасть? Так. Нет, нет, нет. Ладно. Подождем. Я так думаю, надо. А, вон там куда-то надо ударить, чтобы она выскочила. Ладно. Подожди, так если мы на другую локацию перейдем. Надо где-то здесь и сейчас мучиться. Так. Да. Вот. Крылья кончатся, наверное, сейчас. Да, блин, уродец вонючий. Как быстро наверх. Давай. Вроде такой воин, а калич такой. Все выровняли, да? Как мостик паники стали. Все для меня. Лишь бы я улыбался. Или мне по-любому потом сюда надо было бы идти. Что вот так вот делать? Ладно. Поехали вперед, черт. Такс. Ничего не мешает мне это взять. Ладно. Берем. Вроде пока все путем. Что такое?
А здесь тогда зачем это все дело? Не понимаю. Или отсюда два пути было бы, да? Или здесь что-то скрывается? Так, вроде если скрывается, я бы видел бы, наверное. Ладно. Будем думать, что здесь ничего нет. Так. Меч мы взяли. И схватился, вытащил себя. Конечно. Опа. Ну это уж тебе меч заслужила. А ну крики, вот сама открылась по ходу сюжета. Какая прелесть. Так благородно с вашей стороны. На, возьмем эти души. Я хочу жить. Давай, как Франкенштейн. Я хочу жить. Куда-то ушел сундучок. Я сейчас вот жениться не буду. Так. Следующий. Yeah. Я что, не понимаю, что ли, что помирать тебе надо. По сюжету так положено. Сундук вернули? Да не этот сундук у меня был. Вот этот. Опа. Найди 4 осколка, можно собрать. Так, ну это вы поняли уже. Только ярость, я так не понимаю, что, конечно, ярость это творит. Что она делает? Опа. Что-то получили. Так, украшенный ключ нанесем глазами. Так. Хорошо. А где нам его открыть? Не подскажете? Куда нам идти-то надо? Так, здесь я был, там я был. Вот сюда, наверное, тут вот какой-то ключ вот нарисован. Надо на всякий случай проверить, мало ли, вдруг я где-то что-то ошибся. Ну-ка. Оп. Да нет, вроде здесь нету никакой двери. Скорее всего, куда-то назад надо бежать. Там что-то открывать пробовать. Ну да, назад куда-то вон там. Стоит даже привратник. А я здесь был вообще?
Ну-ка, ну-ка. Ого! Чуть не слетел туда. Вон она, дверь, все, вижу. Души с него. Пойдем. Опа. Бил вроде как. Получай. Все. Так. Да, отпустись, отпустись. Все. Даже не знаю, куда ли я иду вообще. Как-то бы мне еще назад вернуться, я знаю, там одно местечко. Ну, видимо, по игре пока не положено возвращаться назад. А там какая-то площадочка, смотрите. Ладно. Посмотрим. Опа. Это тюремщик. О, какие-то прыщи желтые горят. Это точно, блин, с халвы слезали. На. На. Тихо, тихо. Сколько, блин, его держишь-то в прицеле? Так. На. Тихо. На. Так. Взял. Блин. На. Получай. Такс. Такс. Оп. Ага. Иди. Так. И на. На. А как удар, то мясо-то я бью. На.
чего же. Так. И... получай. Так. Иди, коты. Убегай. Нет, сдох, но не походу дела этот. Что он там? Который титаном запользовался. Такой же бешеный. Так, не действует. Надо было ближе подойти. Значит, я его доконал. Что? Не действует. Вот так вот. Козлина. Ну, тут как-то попроще. Я-то думал, он прям пипец какой мощный должен быть. Так, мы здесь хоть ничего не... Ладно, давай, подождите, точно ничего не забыли? Здесь собрал, так, туда не пройти. Ага. Минутку. Пока ничего не вижу такого. Еду вниз, ладно. Тюремщик. Кого тут тюремщик охранял? Не знаю. Что это за место? Должен признать, люди, эта горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили? Так, вот что я знаю. Так, минутку. Тут не так. А, вот еще, подождите. На. Хоп-хоп. Почему ты меня так? Ну-ка подожди-ка. Я тебя соединю сейчас. Давай с последней контрольной точки. Вот
лезет. Да. Подождите вы. Да. Блин. Тихо. Подожди. Ни хрена у тебя удар сюда. Стой. На. На. Стой, 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 стой. Можно бить. Ух, ладно, с передячим паром, но я победил. Кто бы что ни говорил, с передячим паром я победил. А победители не судят. Так, надо поднять. Надо поднять. Так. Ох, ох. Сейчас, минутку. Добежим. Я возьму бомбу. Бомбу-то можно взять? Нет, нельзя. Ладно. Вот эту возьму. Такс. А у меня еще шипы есть, а я что-то им перестал пользоваться. Почему-то. Минутку, подождите. Почему-то я перестал пользоваться шипами этими. Ой-ой-ой. На. Экс. Правильно. Экс. Такс. Появился сундучок. Сейчас мы его возьмем.
Минутку, подождите. Минутку, внимание, вот он сундучок. Нет, это не он. Он должен вот он быть. Я знал, что что-то такое подобное должно быть. Так, эта война может исцелять себя, отняв жизнь у противника во время битвы. Конечно, давай, подожди, сейчас, минутку. Конечно, сейчас перезакрепим, что там, как она делается. Так. Вот так. Закрепили. Нет. Да подождите. Привязать. Да нет же. Вот, вот так надо, вот. Все. Ну-ка еще разок смотрим. Опа, все привязано. Так, подожди, я к этим не могу привязать же, правильно? К Сирюкену. Ой, у меня какая-то так, артефакт чемпион нашел. Видимо, много возьмем для него. Нет, к ним крестовый клинок. Куда что привязать, я не понял. Блокирующий контрудар. Крепкая жизненная эссенция. Ну давай, я даже не знаю. Пустой сосуд, ой, хрен с ним. Как-то я не напрягаюсь по поводу этого. Ладно. Так, здесь у нас чего? Ничего такого нету. Ручку надо крутить, да, вот он. Опа! Все, она уехала наверх. А мне наверх как? Могли бы и меня взять туда. Ладно. Ух ты, кто-то вырастает. Привязки. Пожиратель хаоса. Осажнец. Ну, все правильно пока что. Так, я так понимаю, мне подниматься надо. Обратно. Так.
Отлично. Дал бы эпическое имя. Дал бы эпическое имя. Только я хочу посмотреть, как это контрудар действует. На. Порвал тебя. Так, тут у меня вроде как ничего такого нету. Опа. Должен повернуть ручку первую. И вторую. Теперь я куда-то могу там пройти. А еще вороны там есть летающие, да, вроде как организовались. Да стойте. Да. Стой. Да. Блин. С вами только так и надо. Опа. Курицы. Блин. Так-то горячо, учё. Горячо. Это когда Моана, когда он бегал там по ней. Горячо. Бум-бум-бум. Следующая остановка. А здесь что у нас? Это я куда? Подожди, а, это потом с мечом сюда надо будет выходить. Мне же меч еще надо достать, я же так его не достал. Потом приду. Вот он меч.
Так, так вот тебе. Так. Так, ушел. Ушел. Подожди, подожди. Да. Что у меня с сосудами с этими? Да нет, не то. И этот пустой, и этот пустой. Да я хрен на вас. И пустые, и пустые. Не стоит обрекать. Ой, ой. Ой. На. Ты слаб. На. Подождите. Блин. На. Подожди. Так. Даешь мою. Все-таки эти твари меня задолбили. Вот так, вот это, короче, все один. Все одно действие. Кто смеется? Подожди.
Ты беги. Так. Так, пол дела сделано. Убили. Так, не получается, ага. Так, сундуки мы собрали. Ух. Так, чаю попить? И снова в бой, товарищи. Ага, мне сюда. Опа. Ну, я, по крайней мере, думаю, что мне сюда. Опа. Так. Ой, где-то я это подземелье уже видел. Так. О. О. Я точно здесь был. Так. И это туда же. Ладно. Увидимся, ребятки. Так, это я где? Это, кстати, надо так сохранить. Сохраняем. Нет. Поехали дальше. Опа. А вот куда я хотел попасть тогда. На. На.
Вот так. И теперь подожди. И как мне теперь? Ну туда-то я не попаду. По крайней мере попробовал. Как туда подниматься, мы знаем. Не дай бог, еще какую-то мульку надо, чтобы туда залезть. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Не люблю церкви. Давай отбросим священный трепет и поскорее выпотрошим Тиамат. Не знаю, как насчет тебя. Ну я-то, блин, точно. А, вот сундучок, кстати. Вот из-за него, да, сюда надо было. Вот этот сундучок нам что-то должен принести. На. Демоническая безделушка, указывающая расположение всех сундуков поблизости. Ага, подожди. Подожди, так, это хорошая вещь. А она у меня как пассивная идет? Блин, там я ее не вижу в пассивных способностях. Подожди. Так. Здесь я ее не вижу, чтобы она что-то было. В мечи она не вставляется. Хотя у меня тут еще что-то должно быть, какая-то штука. Ну, тут у меня дудка и сюрикен. Так, ладно, ну-ка. Так. Так. Ну ладно, наверное, она сама должна где-то там показывать чего-то. Само по себе, без моего участия, я так думаю. Так, заходим. Правильно иду, неправильно, надо же обратно возвращаться, это же меч надо в руки обратно отдать. Мадам-то, она же ждет. Подземелье. Подземелье, кстати, где-то? Где-то я видел подземелья, эти закрыты были. Ладно. Потом посмотрим. Так, вон туда я тоже должен как попасть. Так. Посмотрим, так. Перелететь я туда точно не смогу отсюда. А за каким хреном? А, сюда. Подожди, так я, блин, бесполезный путь пробил, я же... Не, хоть точно туда? Я уж потерял, куда мне надо. На. Так, забираем. Фрагмент брони из бездны, закаленный в крови, в полном наборе 10 фрагментов. Ага. У меня еще и броня будет крутая. Так, подождите, вниз. Души. Правильно? А так здесь два сундука, даже увеличит максимальный запас энергии и ярости.
Ага, все, понял, что-то, блин, я что-то тревожил вопрос. Так. А отсюда вот я должен перелететь. Ну да. Потому что, чтобы в лапы монстру там не попасться. Так, как мне вниз уйти? Я отсюда-то куда попал-то? Туда, потом... А-а-а, там же я вниз, это да. Так вот, опаньки. Вон туда я вниз упал. Такс. Дамочки, вы меня ждете? Ой, кто-то цепями гремит. На. Опа. На. На. Опа. Собирает больше людей. Кто-то еще остался? Нет, вроде бы все. Чудаки вы, чудаки. Давай, я слышал тебя. Нет, не хочешь появляться, да? Блин, ладно. Нам сюда. И куда-то сюда, так, если я не ошибаюсь. Где эти матрешки-то стоят? Здесь есть дверь? Есть. Вот они. Так. На. Получай. Что случилось? Кто пришел? Красота-то какая! Драться с кем надо? Сразу говорите. Ни с кем. Ну ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!